Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. И сегодня, прежде чем начать обзор, я хочу извиниться перед вами за то, что по своей оплошности, то есть я не уточнила, с какого понедельника я собиралась выкладывать обзоры. Вообще-то я планировала с первого понедельника сентября, но я этого не сказала, я обнаружила это только вчера поздно вечером, когда, ну, случайно решила еще раз пересмотреть свое приветствие к вам. Ну, извините, так уж получилось. Поэтому, раз я обещала, раз я этого не сказала, не уточнила, я решила сегодня уже начать выкладывать обзоры. Конечно, немножечко это для меня вышло проблематично, потому что с самого раннего утра я была очень занята. И получается, у меня уже вот сейчас скоро 11 часов. Ну что ж, поехали. На экране у меня доллар-франк пара, валютная пара доллар-франк. Хочу сказать, что если месяц еще тренд нисходящий, показывает нам, то на неделях у нас тренд восходящий. И даже уже могу, так сказать, официально подтвердить, что тренд на неделях разворачивается. Однако, то есть сегодня, даже во второй половине дня, вполне возможно, что мы пойдем вверх, развернемся. Хотя я ожидаю, значит, что мы еще раз протестируем вот этот уровень. Это что у нас? Это у нас 0,957,29. Где-то сюда. Здесь это на днях, скажем так, разворотная точка, уровень такого, такой поддержки сильной. И если мы дойдем до этого уровня, но закрепимся выше, соответственно, мы отсюда, прямо же от этого уровня, пойдем вверх. Здесь еще один такой уровень. Это где-то у нас что? 96-97. Вот уровень сопротивления на данный момент. На сегодня, именно дневной по этой паре. Поэтому я думаю, что мы можем откатить вот до 0,96, где-то вот сюда, откатить сюда, пойти еще раз вниз, протестировать вот этот вот уровень. Так что вот смело можете отсюда ставить buy позицию. Ну, я сама лично буду это делать. Отложенный ордер буду ставить вот до этого уровня, либо до разворота. Это что касается пары доллар-франка вот на сегодня. На сегодня, вот сейчас можно даже чуть-чуть ожидать откат сюда и продолжение движения сюда вниз до этого уровня, а отсюда уже, я думаю, что мы развернемся и до конца недели потихонечку будем подниматься вверх. Вот это что я хотела сказать по паре доллар-франк на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Следующую валютную пару смотрите в отдельном обзоре. С вами была Анастасия Час, и пока-пока.